Всем доброго времени суток, уважаемые зрители. Ну и как вы поняли по картиночке, традиционно речь пройдет про катушечку, про данную, да. Давно не было видео, видео я снимаю без подготовки, так что видео может затянуться по непривычке, да. Ну и, грубо говоря, так как я не готовился к видео, может быть, какие-то фразы тоже будут не очень подходить в тему или совпадать с тем, что вы можете видеть на картинке. Вот. Хочу сразу же сказать, все, что я обещал перед Новым годом в силе. Сейчас скоро снимем обзор на Black Hole Rubicon и разыграем его. Также есть еще маленький нюанс, что победитель спиннинга Shotgun отказался от него, потому что пересылать его нужно было за границу. Ну и стоимость такая, как бы сказать, ну, сами знаете, да, но тем не менее человек решил отказаться от приза, так что я думаю, этот спиннинжок мы тоже, так как он никому не достался, мы его еще раз разыграем. Вот, а сегодня у меня в гостях, как бы сказать, вот такая катушечка Stradic 4000 M High Gear, да, это новинка 2019 года. Вот, и давайте посмотрим, что она из себя представляет. Вот такая вот белая коробка, японский рынок, размер 4000, High Gear, значит, это у нас скоростная передатка, M это шпуля, ну, скажем так, и она и не S-ка, и не мелкая, да, как бы сказать, по глубине, да, ну, и не обычная, и не то, чтобы как обычно глубокая, ну, что-то такое среднее, да, то есть это у нас определяет, конечно, намотку, сколько влезет на шпулю. Покажу коробочку с характеристиками, чтобы вы понимали. Передаточное число, макс драг, нагрузка на фрикцион, ее вес, количество подшипников. Ну и тут даже показано, сколько она сантиметров мотает за один оборот ручки. Ну и вместимость. И видим, что на шпуле вот такая вот наклеечка. Пишет она long stroke spool, то есть long длинный, да. Соответственно, что это означает? Означает это то, что шпуля у нас теперь стала по диаметру и по длине укладываемой поверхности шнура, да, как у Стеллы. Вот. Именно не просто даже как у Стеллы, а как у Стеллы 18. Вот она, Стелла 18. Она, кстати, уже не первый год приходит ко мне на ТО. Один человек мне ее уже приносит постоянно из года в год. Видео, кстати, так и не могу про нее снять. По идее, это видео должно было выйти сразу же, как эти катушки появились на рынке. Давайте мы посмотрим, что это действительно все так. Длину укладываемой поверхности 20. Тут что-то чуть-чуть побольше. Ну, то, что, может быть, шнур намотан под самый верх, как бы сказать. Ну, можно сказать, тоже 20. Ладно, она была великолепна, но не в этом суть. Вот. То есть, что нам это дает, спросит рядовой зритель. Ну, в первую очередь, все эти параметры, увеличенный диаметр шпули и длина укладываемой поверхности, они влияют на дальность заброса. В стеллах, в принципе, это было, ну, как бы сказать, всегда, да. То есть они чем и отличались от всех катушек Shimano, что у них вот была такая шпуля, что соответственно давала какой-то бонус при дальности, ну, бонус на дальность заброса, вот так правильно сказать. Вот. Вот в данный момент даже есть у меня на ТО Стелла 7-го года, можно и на ней примерно посмотреть. Да, видим те же самые цифры. 20. А вот с диаметром на старых стеллах, что на семерке, что на десяточке, там уже поменьше. Видим, что тут уже 49, а не 52, да? Вот. Вот. Дальше, что у нас бросается в глаза, мы видим, что ручка у нас такая теперь уже не складная, да, вот в этом месте. Ну, что можно сказать по ходу? Тут не все так однозначно. Сейчас подстукивает ручка, а в камеру, может быть, не слышно. Тык-тык-тык-тык-тык. То есть видим, смотрите. Вот если поставить.
Слышно, да? Подстукивает ручечка. Ну, то, что они пишут про все эти катушки, свои, как бы сказать, рекламные ходы и выходы, маркетологи, да, чтобы им же понятно, что каждый год нужно выпускать и чем-то удивлять народ. Ну вот, что у них каждый год что-то меняется. Все эти модные термины я вам не буду перечислять, которые они закладывают в эту катушку. Ну, например, вот, допустим, как из таких, что это уже микромодуль 2, главная пара второго поколения. По ихним графикам на официальном сайте Shimano она там показывает более мягкий там и бесшумный ход. Но, в принципе, тут трудно сказать. Вот, смотрите, вот. Ну, слышно, как ручка стучит. Берем Стеллу 7-го года. Он что, посильнее крутнул. Но есть нюанс. У него конченые подшипники. Ничего такого я не заметил, что вот это микромодуль. Можете сказать: о, Стелла, да ты что, это некорректно сравнивать. О, сейчас будет корректно. Биомастер 11. При том, что работа в очень жестких условиях. Это моего друга Димона. Димон этой катушкой ловит таймени. Вообще, как бы сказать, не задумываясь, да. Катушка много раз перегружалась. Она 11-го года. Работает по полной. Не обслуживалась. Это вообще новая, да. Ну вот, как-то так. Именно по звуку я вот не слышу, что вот это работает. Ну, тише у всех есть. Как бы свои нюансы, да, разных звуков, да. Но в целом, если сейчас эту катушку дорегулировать и привести в порядок, и то, что она уже, соответственно, перегружалась и работает около 10 лет, то, соответственно, ничего такого сверхъестественного в данной катушке по своим ходовым характеристикам я не наблюдаю. Биомастер, кстати, даже, между прочим, обладает более легким, мягким стартом. Вот. Старый. Так, ну и, соответственно, я тут уже долго вам траливали, да? О чем я и говорю, что видео затянется. Вы уж потерпите, кому интересно. Сейчас мы будем это все маленько, ну, разбирать. Подшпульный механизм. Стандартный. Такая вот гайка фрикциона. Стандартный пакет. Вот он весь достался. Единственный нюанс, мы видим, что шайбы вместо фетровых стоят как бы карбоновые, да. Там все как бы одно и то же. Ну, кстати, многие могут сразу сказать: вау, плюс, карбоновые шайбы, вау, да ты че, это вообще супер. Ну, супер, не супер. Последние Стеллы, начиная что вот с 7-го года, что 18-го года Стелла, у них стоят фетровые шайбы. Так что вот и подумайте, супер это или не супер. Но мое личное мнение, что фетровые шайбы работают мягче и более точнее, да, чем карбоновые. Ну, это мое мнение. Ну, я думаю, на Стелле они тоже стоят неспроста. Обычно такие типа фрикционные шайбы используют для морских катушек, да. Ну, данная катушка явно не тянет с такой передаткой на силовую и тем более на морскую. Посмотрите, как у нас устроен кноп. Ну, как бы все предсказуемо, но, знаете, надо все показать. Очень все откручивается легко. Не сильно они приложили усилия на фиксацию. Хотя вот преднанесенный фиксатор есть. Преднанесенного типа. Видим. С одной стороны у нас стоит подшипник с регулировочной шайбой. Вот он, да. С другой стороны у нас традиционно стоит втулка. Ну вот. Очень хорошо, что вот это расстояние большое. Есть возможность поставить масляный барьер, чтобы не попадала агрессивная среда. Также проставка с сальничком, с таким пыльничком, вернее сказать, она снимается. Ну, в принципе, вот, хорошая эта конструкция или нет, в плане того, что здесь убрали складное, в
принципе, и со старыми катушками, с очень старыми, да, вот, как и биомастеры, и твины, у них вот в этом месте, хоть они складные, особо никаких проблем, ну, с ними вообще не возникает, да. Ну, удобно в каких-то моментах при складывании. Тут я уже не буду точно как-то говорить, плюс это или минус. Взять, да, тот же самый биомастер, с этим моментом нет никаких проблем. Но очень удобно, когда ручка вот так вот откидывается. Хоп, вообще удобняк, можно вообще выкрутить, как хотите. С этим узлом нареканий тоже никаких нет. Традиционный подшпульный узел. Регулировочная шайба узла. В данном месте мы видим, у нас стоит втулочка. Ну, такая пластиковая. Ну, ее заменим на подшипничек. Здесь мы ничего нового не видим. Все традиционно для Шимана. Для последнего семейства Шимана даже. И здесь ничего нового нету. Гайка ротора закрыта таким пластиковым чехлом. По ним стоит еще вот здесь вот пыльник, только сейчас он другого цвета. Единственное, что видим, что ротор они облегчали, уменьшали, да, видите, вырезано. И это свободное пространство, оно закрыто такой декоративной крышкой, которая как бы с одной стороны прикрывает, уменьшает вот здесь свободное пространство, чтобы лишний раз нам что-то не попадало. Но тем не менее, есть такие прорези, да. Видим здесь вот такой вот грузок. Это у нас получается балансировали. Видно ротор, ребята. Вот такая вот крышечка. Видим, она фиксирует. Такой вот пыльничек. Теперь он полностью мягкий. Раньше он был такой на... Ну, это у Стелла обычно было такое. Здесь еще металлическая основа. Здесь он сейчас более мягкий на ощупь, чем был раньше, однозначно. Такой более эластичный. Вот. Мы видим вот теперь такую здесь конструкцию. Также снимается сразу же декоративная крышечка. И нам стрелочка подсказывает, куда чего крутить. И сейчас мы это будем все, уважаемые зрители, откручивать. Видим, что они тут запарились с таким вот моментом, да. Начали уже подглядывать, как делает Дайва, да, у нас. Видим, сделали они сюда вот такую вот втулочку, да, латунную. Вот вынимаем стопорное кольцо. Сейчас мы вынем эту втулочку. Выняли, да. Вот теперь эта втулочка. Если на стеллах здесь обычно стоит подшипничек, то здесь теперь они сделали втулочку. Раньше они тоже такого на катушках такого ценового сегмента не применяли. И втулочка у нас сидит еще, видите, на вот на таком вот демпферном кольце. Это значит, говорит о том, что в принципе какие-то вибрации штока влево-вправо они будут демпфировать. Вот. В принципе, вот эти все новшества, где вот сейчас всякие втулочки, демпферные кольца. Шимана это вот сейчас вот подходит к этому моменту, что-то перенимает у Дайвы, Дайва что-то перенимает у Шимана. И в принципе иногда мне кажется, что может быть и хозяин у этих фирм уже одинаковый. И они начинают вот этим вот игрой, как бы сказать, всяких разных моментов, да, разума. Начинают людям просто, блин, как бы сказать, карусель закручивать. Вот. Вот такой вот ротор уменьшенный. Облегченный. Ничего обычного нету. Он также, видите, спокойно деформируется. Чуть-чуть теперь другой, как на стеле толкатель самосброса. Стоит вот такая вот шайбочка традиционно. Вот такая вот шейка ротора. Видим, что есть маленький теперь наплыв для усиления, они все-таки сделали. Раньше, вот, допустим, на страдиках, вот на таких вот, здесь стояло просто вот на шейке ротора остальное кольцо, которое его усиливало. Потом на
страдиках 15-го года, 16-го они убрали. Здесь они все-таки позаботились об каком-то усилении. Ну вот. Ну и, соответственно, вот таким образом они это все сделали. Так, ступор обратного хода. Видим, что здесь стояла сверху такая вот шайбочка. Но это, опять же, не в этом суть. Они сделали вот теперь такую вот защиту от влаги типа лабиринтного типа. Насколько это именно эффективно и для чего, ну это мое предположение, они сейчас начали делать это. Это, конечно, да. Во-первых, это как бы ход показать пользователю, вот смотрите, мы это делаем, да, как бы сказать. Ну, все-таки, да, как бы все это происходит, мы куда-то движемся, все делаем лучше. Этот вот новый стопор обратного хода, вот этот вот новый, он якобы там мягко не работает. Но я вам только что показывал, как работает 11-й биомастер. Он работает по шумности точно так же, по сути дела, да. Необслуживаемый после 8 лет эксплуатации в тяжелых условиях на Дальнем Востоке ловли крупной рыбы. И там вот стоит вот такой простой, сейчас открою, покажу, стопор обратного хода, да. Конечно, может быть, на их лабораторных стендах, да, которые улавливают шумы, там, допустим, по шкале децибел, да, и вибрацию там, и еще что-то они там, как бы сказать, все эти параметры снимают. Может быть, действительно, эти новые катушки, они там и более плавнее, более мягче. Но самое, что интересно, человеческое ухо, которое имеет диапазон частоты, оно, скорее всего, как я понимаю, не попадает в этот диапазон. От этого, может быть, мы вот эти шумы, которые они убрали, но мы их просто нашим человеческим ухом не слышим. И нашей грубой рукой не чувствуем. Ну вот. Вот этому стопору обратного хода, как сделали раньше Шимана, он рабочий как и безотказный, как автомат Калашникова, я вам скажу. Ему не нужна была никакая вот эта вот защита. Ему, блин, попадала влага, попадала грязь, попадала смазка. Он просто тупо работал, и никаких проблем с ним нету. И эти катушки, которые работают, ничем они не уступают сегодняшним новым с этим маленьким стопором обратного хода. Ни по шумности, ни по плавности, но выигрывают их по надежности. Потому что вот эти вот новые стопоры обратного хода, у них уже есть много-много прецедентов наработок на отказ. По всяким разным именно причинам. То есть не то, что он просто тупо сломался, да, а вот попала какая-то грязь там или влага, и все, стопор начинает пробуксовывать. Его, конечно, промоешь, смажешь, он начинает работать, но бывают случаи, когда это уже не помогает. Редко, но бывает. Соответственно, у них вот и, скорее всего, потребовалась нужда его, как бы сказать, закрывать, это первое. Ну, а второе, двинуть свой рекламный проспект, показать, что жизнь улучшается к лучшим моментам. Видите, покрыт их не такой вот сухой традиционной отталкивающей смазкой. И в этом лабиринте, мы понимаем, да, вода должна, как бы вам правильно сказать, заблудиться. Это они так думают. Видим, что это посадочное место, оно никак у нас не опрессовывает. Многие люди думают, что вот эти втулки раньше делали, допустим, как вот на 15-м там био, или на, ой, вернее, там страдике, или на других, что они что-то тут опрессовывают шейку-ротора. Видим, какой люфт, соответственно, это никак не может повлиять на ее надежность. Вот, видим такой подтормаживатель ротора, такой уже маленький. Опять же, нюансик, видите, вот насколько меньше сейчас стопор обратного хода. Фирма выигрывала на материале, да, сколько там. Можно сделать из одного таких целых два таких, да. Ну. То есть, понимаете, к чему идет вся вот эта сегодняшняя философия? Она идет не только в катушкостроении, она идет и в спиннингостроении, и в автомобильном строении, и в новой бытовой технике, и, ну, во всем, во всем, во всем. Во всем стоит задача, в первую очередь, сделать затраты по производству меньше, да, сэкономить на материале, еще на чем-то, с помощью каких-то технологий оставить характеристики на уровне, ну, потратить меньше в два раза материала, соответственно, поиметь на этом деньги. То есть все заточено под одно у капиталистов, чтобы заработать деньги, а потом второе, чтобы это нам продать,
а потом уже заработать еще на обслуживание, на продаже запчастей. Вот так вот она снимается на одном винте. Видим, что здесь смазана смазка. Это не просто так. Это Шимано ставит масляный барьер агрессивной среде. И не зря в этом месте делает. Потому что при ловле в условиях, как морских условиях. Вот недавно у меня был нюансик. Вот с этой вот стелы 7-го года. Она рыбатала в море. Вот под этой крышкой в этом месте подшипник заржавел так, что он просто заклинил. И заклинил так здорово, что я даже для интереса пытался его отмочить. Он там сутки простоял у меня в жидкости в ВД-40. И отклинить он уже, ну, прокрутиться он так и не смог, намертво. От этого, конечно, здесь они все это делают правильно. Специальной корпусной смазочкой закрывают, ставят этот барьерчик. Ну что, разбираем дальше. Так, ну что, уважаемые зрители, открутил его сейчас вот три, получается, болтика, один саморез. Видим, что здесь они сделали действительно улучшение. Раньше они вкручивали, допустим, вот как на биомастере 11 мы видим, они вкручивали в пластмассовую крышку, да, саморезы, да, то здесь они поменяли направление и решили в несущую, как бы сказать, раму, да, вкручивать уже не пластик самореза, а, как бы сказать, уже как бы в нормальную качественную резьбу. Только с одной стороны они сделали в крышку саморез. Ну, действительно, тут не поспоришь. Как бы плюс. Ну и практика показывает, что и вот на таких старых катушках, которые уже скоро будут служить по 10 лет, и некоторые служат уже и по 15 лет старые, что там и в пластик вкручиваться, и как бы тоже особо нареканий как таковых нету, да? Так, уважаемые зрители, ну давайте посмотрим, что у нас теперь внутри. И видим вот такое вот. Видим, что несущая у нас сделана из металла. Вот. Все очень-очень качественно, все неплохо. Видим, что подшипник в посадочном месте у нас зафиксирован тремя болтами. Что это нам дает? Первое дает при нагрузке, что если даже в посадочном месте подшипник болтается, то его, как бы сказать, вот эти три болтика притягивают и не дают ему шататься и, как бы сказать, создавать перекос главной пары и разбивать посадочное место. Это первое. Второе, что в принципе с этой стороны, когда мы сюда крутим, да, ну, вставляем ручку, даем, то рука у нас при вращении, ну, ручки, может, как бы сказать, давить не обязательно, ну, прямо силу может и под откос, да, как бы сказать, давить сюда. И если бы здесь подшипник был не зафиксирован, то, соответственно, эти бы все нагрузки пошли на главную пару, ее бы вот, ну, по-разному бы там возникали силы, ее бы по-разному там перекашивало, да. Здесь теперь такого момента у нас нету, упирается здесь у нас вот эта проставка сразу же в подшипничек, да. И как и дави, как не дави, тут все, как бы теперь подшипник это дело фиксирует. Вот. Ну, хорошо, конечно, как бы сказать, хорошо. Так логически все как бы хорошо и очень замечательно. Если ты домой вернешься обязательно, да. Но самое, что интересно, и в катушках старых, в которых, допустим, этот подшипник не зафиксирован, с ними тоже по истечению десятков лет что-то тоже не происходит ни хера. Вот как-то можно выразиться так, потому что вот катушки, которые работают десятилетиями, тут уже можно реально посмотреть, оглянуться назад и понять, да, то есть, что это, то, не то, еще что-то, да, вот. Такие вот, как бы сказать, нюансики, да, уважаемые зрители. Также видим, корпус весь промазан корпусной смазочкой, вот она.
такая вот липкенькая, да, водоотталкивающаяся. Видим, что здесь она даже вот выдавливается. Вот. Это тоже очень важно. Так что имейте в виду, когда делаете себе ТО, применение корпусной смазки желательно. Иначе могут быть проблемы. Как вот на данной катушечке, где все встанет колом и заржавеет. Ну, что могу сказать по сравнению со страдиками других прошедших лет. Пара по форме, вот по этой вот все по толщине, да, как бы сказать, по наплывам, выглядит как от стеллы, да. Ну, то есть вот, очертания, да, как бы сказать, формы, они выглядят как от стеллы. Имеет вот это черное покрытие. Видим, что зуб, как они позиционируют там, микромодуль 2. То есть, что оно у нас дает отличие? Высота зуба, ну так условно я скажу, на пальцах, без всяких этих. Высота зуба меньше, но продление, да, как бы сказать, вот это вот самого зуба, оно более больше. В принципе, что они это делают? Они зуб принижают, делают его, как бы сказать, более длиннее, да. Вот, и соответственно, площадь пятна контакта должна оставаться как бы такая же, а то еще и больше, да. Но что это даст на практике, уважаемые зрители, это, конечно, покажет нам время, и время рассудит. Старые пары у Шимана, как показывает практика, работают очень, как бы сказать, долго. Извиняюсь, надо прерваться. Отвлекает меня тут по телефону. Ну ладно, продолжаем. Практика показывает, что все старые катушки Шимана и так обладают очень хорошей добротностью и надежностью по главным парам. Как приживется вот эта вот новая главная пара, трудно сказать. Но, честно вам скажу, не забегая впереди паровоза, есть уже катушечки топ-дивизиона, которые вот с этой микромодулем 2, то есть вы понимаете, да, о чем я говорю, про эти катушки, да, с такой системой топ-сегмента, да, которые уже приходят на ТО и рыбачили по Амуру. Я бы там не сказал, что они видели супер-пупер нагрузок, но в ихнем ходе я боюсь предположить, что уже идет изменение пятна контакта, а то есть уже какое-то легкое такое подрыкивание. С чем это может быть связано? Я пока точно не могу сказать, то есть не нужно это мои слова как аксиому там сразу же воспринимать, да, то есть опыт еще покажет, да, дальнейшей эксплуатации, как это будет. Но мне связано из-за того, что данная фирма Shimano сталкивается с проблемой, что из-за того, что вот этот зуб такой длинный, вход и выход, да, как бы сказать, зацепа, его очень более сложно просчитать, да, как бы сказать, и небольшие изменения, да, либо там перегруза, либо износа, они, соответственно, сразу же начинают влиять на шум и на что-то еще, да, ну, то есть, понимаете, о чем я хочу сказать. Вот, и мне кажется, что вот этот вот микромодуль, он более подвержен к таким моментам. Пока он новый, да, как бы сказать, ну, базара нет. Ну, и, в принципе, все остальные Shimano тоже работают, я вам показывал, также бесшумно, также хорошо. Время все покажет, но я не хочу сказать, плохо это или хорошо. Я только выразил свое сугубо личное мнение. Вот, видим, что стоит у нас в задней части втулочка. Втулочка у нас теперь не сквозная, да, а закрыта, да, в задней части. Вот. Это они вот как раз вот и начинают убирать эти моменты, чтобы не попадала агрессивная среда, ну и прочее, и прочее. Ну и чтобы как бы смазочка тоже не выходила. Ну, с одной стороны, наверное, да. Вот. Также видим вот такую вот шайбу-пружину, которая здесь стоит. Ну и давайте уже снимем этот ступор обратного хода. Он у нас вкручивается чисто на саморезиках, вот на таких вот маленьких. И
снимаем вот этот весь новый стопор обратного хода. В этом видео я уже сказал свое фи по данной веселой конструкции. Вот сам тормозной барабан. К нему у меня есть вопросы. Мы видим, да? То есть почувствуйте разницу. Он даже по весу раза в два тяжелее старый. И размеры самих руликов, я думаю, тут не надо сильно зажили-были вам рассказывать. Соответственно, скорее всего, они его и закрывают вот этим вот всеми лабиринтами, потому что чуть-чуть какая-то, как вам сказать, грязь, влага, смазка не та, как он сразу же начинает становиться в козла. Вот это мне реально не нравится, это просто вот коэффициент надежности катушки вот этим стопором обратного хода просто очень сильно съедается, да, то есть... Здесь вроде бы и есть свои плюсы в ней, и вроде бы есть свои минусы, да. Но в целом как-то вот так, да. Здесь мы видим, что коренной подшипник ведомой шестерни у нас сидит опять на такой планке фиксируется, как и здесь в корпусе. Соответственно, что не дает ему болтаться в посадочном месте при всевозможных нагрузках, да, в посадочном месте. И однозначно при всяких разных силах, да. Вот. Видим, что уже вторичная шестерня у нас, как бы сказать, шайбой-пружиной вставлена. Кстати, данная шайба-пружина, в зависимости от конструкции, она предназначена для нескольких определенных вещей. В первую очередь, она у нас отталкивает подшипник в посадочное место. А в некоторых случаях, когда вот здесь в посадочном месте есть люфт, вот этот вот. Для этого даже есть шайбы регулировочные. Сейчас я вам покажу для примера, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Сильно я тут рассусоливать не буду. Вот, к примеру, вот в этом вот узле для этого подшипника вот ставятся такие шайбы. Если подшипник, посадочное место по высоте его сделано чуть-чуть неточно, то подшипник, соответственно, может, как бы сказать, соответственно, двигаться. И данная шайбочка, как бы сказать, пружина, она будет это свободное место чуть-чуть выбирать и демпфировать все эти удары, движения и стуки. Вот. Ну, традиционно забыл сказать про кольцо уплотнительное, которое у нас стоит под стопором обратного хода. В начале видео вас предупреждал, что к видео не готовился, давно не снимал. Могу все как-то вот хаотично все рассказывать. Ну, уважаемые зрители, потерпите, какой я есть. Такие саморезики короткие, но достаточно такие такого большенького, толстенького диаметра. С таким вот шагом. Хорошим, надежным. Так. Я уже подустал. Все это делаю стоя. Спина, как всегда, опять начинает болеть. Я начинаю торопиться. Вот, данная планочка сделана пластмассовая, это минус. Ну, в принципе, вот здесь посадочное место достаточно неплохое. Видимо, даже вынимается это все с трудом. И вот так выглядит у нас вторичная шестерня и вот эта вот шайбочка, пружинная шайбочка. Ну вот, у Шимана она все-таки здесь уже сделана в данной модели конструкции, да. 19-го года в Страдике уже более-менее вменяемая, да, такая более из жесткая. Ну, у Дайвы они еще более плотные, вот. Уже, конечно, чуть-чуть получше. Ну вот, уважаемые зрители, видим у нас вот такой вот один стабилизатор Ну, посажена она вот очень-очень плотно. Вынять пришлось вот с таким вот прям усилием. С одной стороны
Мне, конечно, в этом вижу определенный смысл, потому что, ну, как бы плюс, что она плотненько сидит, она не будет биться туда-сюда, когда бегунок будет менять дорожки на бесконечнике. Шток у нас, видим, металлический, это не может не радовать. Он без всякого покрытия, потому что это он у нас металлический, стальной, да, вот так вот. Традиционный, как бы сказать, каретка вот с таким вот бегунком. Бегунок у нас еще пока обычный, не как от Стеллы. Вот. Давайте сразу же для интереса посмотрим, как он там устроен. Да, все, видим. Вот такая втулка с демпферным кольцом, такой же, как у 18-й Стеллы. То есть в данный момент, как бы сказать, вот так вот сделано все. Все начинает, как бы сказать, переходить от топ-сегмента. Ну, здесь тоже есть минуса вот в этих вот вещах у Шумана. Раньше они на старых катушках вот такие вот щечки не делали, да, чтобы которые удерживали вот этот сам бегунок. Когда катушка долго работает, они вот здесь вот снашиваются и обламываются одно. Не оба сразу, а одно. Соответственно, она у нас выпадает на дорожку бесконечника, встает в позу боком, как правило, какой-то вот из этот вот вход начинает загибать и встает все колом. Допустим, как я вам сейчас показывал на Стеллу 7-го года, у него здесь вот этих вот ушек просто ничего нет, он просто свободно так вставляется, вынимается. И, соответственно, нет такого случая, что может заклинить. Здесь как бы дальше мы видим все традиционно. Видим вот такую вот шайбочку. Даже не одну, видите, они их регулировали. Видим сам вот такой бесконечник. Он у нас облегченный, алюминиевый, с покрытием. Шестерня у нас данная из пластмассы. И дальнейший у нас переход шестеренок от привода вторичной. Они у нас тоже из пластмассы. Вот сделаны. В принципе, конструктивно они примерно сделаны как в топ-сегментах. Но они у нас пластмассовые. Тут я вам скажу, есть определенные нюансы в этом моменте. То есть мне уже сталкивались, когда человек рыбачит на горной реке, днем тепло, ночью может быть около нуля, роса там выпадает, влага там, что-то там, даже нету дождя, да, подхватывает потом ночью, встает поутру, начинает крутить катушку там на рыбалке, а там чуть-чуть водичка подпала, как бы сказать, запала куда-то во все щели и подмерзла. Он проворачивает ручку с усилием, щелк, и вот эти вот пластмассовые все зубья, они все трын-трын-трын складываются, либо проскакивают, но приходят в негодность. Такое я лично встречал на страдиках 15-го года. Но там зубья, они, как бы сказать, побольше, да, размерами. И то их умудрилось сложить, то в данный случай их просто либо срежет, либо просто перескочит. Ну да, срежет, соответственно. Итог один и тот же. Еще быстрее, да. Видим, что здесь стоит опять втулочка со стороны другой ответной части бесконечника. Подшипник сидит очень плотно. Прям в посадочном месте. Прям радует. Четко он там сидит. Вопросов никаких нету. Ну и, соответственно, мы видим, подшипник также плотно сидит, видите, я его прям вынимаю. Это у нас подшипник в хвостовике вторичной шестерни. Есть какие-то вещи, которые мне нравятся, да? Ну, то есть вы понимаете, да, я про них говорю, вот это здорово, это хорошо, это неплохо, да? Ну, в основном это вот какие-то такие вот мелочи, да? Такие вот, они приятные, вроде хорошие. Ну, они, да, как бы сказать, вот так вот, да. Но в целом есть вещи, как вот этот вот
конченый стопор обратного хода, ну, по сравнению с нормальными старыми, он ставит крест, блядь, ну, извиняюсь за выражение, на всех сегодняшних катушках Шимана. Потому что для нас, ну, для людей, которые рыбачат далеки от дома, как мы на Дальнем Востоке, в суровых условиях, да, там где-то влага попала, он там отказывает. Да и люди, когда едут, и часто еще есть люди, у которых, допустим, нет возможности возить с собой запасные катушки. А некоторые просто не возят, да, как бы сказать, эти запасные катушки. И нам, соответственно, нужна безоговорочная надежность, да. То в данных современных катушках такой безоговорочной надежности абсолютно нету. Ну, зато в других направлениях они движутся к лучшему, да, в каких-то моментах. Что нам еще осталось? Осталось еще разобрать, уважаемые зрители, ротор. И посмотреть, как это. Видим, вот таким образом они балансируют ротор. Ну и начнем. Все-таки, видимо, опять они вернулись к головке, где вот само место такие насечки на болтике. Ну, душечка была погнута. Видите, я только освободил и сразу же ролик перекосило. Что, соответственно, силы воздействовали на плечи, соответственно, на коромысло и на плечи ротора. Видите, его сразу же перекосило. Душечку придется маленько подправить. Вот. Вот. Как всегда традиционно теперь пружины у нас нету в этом коромысле. Она перенесена у нас вот в эту вот часть. Сейчас открутим и посмотрим. Вот. Здесь у нас остался только вот фиксатор и звуковой индикатор открывания. В принципе, есть еще один важный момент. На 15-х твинах, кстати, я про это никогда не разговаривал. На 15-х твинах очень много брака бывает. Мне попадалось чуть ли не 50%. Что когда вкручиваться вот в это место вот такой вот саморезик, да, вот у них заводской брак, они его вкручивают так, вот эти стеночки потоньше, и сразу же идет трещина, лопается. Это вот на 15-х твинах, уважаемые зрители, особенно на 4000-х пиджи, смотрите внимательно, когда покупаете, сразу же вот это место. 50% катушек попадается с треснутой вот этой частью. Здесь они, кстати, сделали выводы. Видим, что даже толщина стенок увеличена. Это говорит о том, что они сделали выводы. Что они знали про этот косячок. Косячок до них дошел. Претензии к ним были, видно, кем-то предъявлены. Вот, ну, а здесь у нас уже все традиционно. Регулировочные шайбочки. Вот. И мы видим саму пружину дужки. И видим сам толкатель автоматического сброса в данном плече ротора. Вот здесь у нас все традиционненько. Ну и изгиб, соответственно, вот сейчас такой вот модный, как у Стеллы, имеет вот такую вот геометрию. Вот, уважаемые зрители, ну, худо ли бедно ли я разобрал. Вот, может быть, не очень удачной последовательности все это делал, не очень удачно комментировал, давно не снимал видео, но я думаю, в любом случае вам будет интересно. Извините, если что не так. Ну, кому надо, те посмотрят, кому не надо, те не посмотрят. Вот они сделали
сюда вот вместо подшипничка вот такую вот латунную втулку с демпферным кольцом. Ну, теперь мы проверим, есть еще один нюанс. Значит, если они это сделали, значит, они должны были проточить вот эту вот вторичную шестерню. Потому что, если вы даже сами тюнингуете, ставите вот гайку такую ротора с подшипником, ну, для себя в тюнинг, вот. Ну, сейчас, подождите, я постараюсь быстренько найти где-то у меня. Вот, нашел. Если вот, допустим, вы сами, допустим, тюнингуете, да, и ставите, допустим, вот, я заказывал, мне токари отточили, я ставил это от Стеллы, от десятки подшипник со втулкой, да, ну, к примеру, вот, самодельно. А здесь я, допустим, покупал, отдаиваю такой вот пыльничек и с этим закрывал, и таким образом тюнинговал любую катушку Шимана, да. То есть здесь они уже сами к этому подходят. Но когда вы сами тюнингуете, то вы не забывайте, что вы вторичную шестерню изнутри должны райбернуть и расточить. Да, для чего это делается? Потому что не имеет смысла данную конструкцию ставить, если внутри не расточено, а соответственно только лишь вы увеличите трение, а не добьетесь ничего. Сейчас вот мы посмотрим. Проверим, расточена ли эта шестерня. Да, все верно. Смотрите, по всей длине я иду до выхода, и только здесь она соприкасается, как втулка, и здесь. Сделали все правильно, вопросов нет. Все инженеры Шимана сделали грамотно, проточили вторичную шестерню изнутри, поставили тудым-сюдым. В принципе, работать будет не хуже, чем подшипник, потому что она все равно идеально в круг не уходит, подшипник. Вот, бывает и пробуксовывает внутри на самой втулке. Ну, по-разному. Ну что, уважаемые зрители, я тут подумал и решил, так как видео интересным для вас, я балую вас очень-очень редко, да, и тогда уже решил все не откладывать в долгий ящик, все равно видео будет очень длинным, да, тогда я уже решился вместить и показать вам еще моменты по тюнингу и, соответственно, сделать рубрику, продлить рубрику «Секреты от тайменя», да. То есть в этой рубрике я сейчас вам покажу, как правильно затюнинговать некоторые узлы данной катушечки, да. А когда я буду разбирать, я эти просто узлы вырежу, чтобы, ну, видео скомпоновать, чтобы оно было короче. То есть смысл вам какой два раза рассказывать про одни и те же узлы, которые мы сейчас будем подвергать, уважаемые зрители, тюнингу. Ну и с чего бы нам начать? Так, я уже тут как бы все приготовил. Давайте начнем с обновленной гайки ротора. Вот у нас такая вот гаечка. Ну вот все ее элементы, которые находятся у нас прямо на руке. Ну еще два саморезика, которые соответственно крепят контрящую крышечку и удерживающую пыльник, да. Вот, видим, что здесь они уже начали подвигаться своему флагману Стелле, но у флагмана, соответственно, здесь стоит подшипник. Они сделали вот такую вот втулочку, да, ну и, соответственно, втулочку сделали на демпфирующем кольце. Понятно, что роль защитного пыльника у нас держит, ну, как бы сказать, выполняет вот такой вот пыльник, который у нас со штока. Вот, давайте симитируем ситуацию для наглядности. Вот, не дает у нас попасть туда агрессивной среде, и соответственно уже здесь стоит у нас, как бы сказать, демпфирующая, как бы такая резинка, которая дает у нас маленько отклоняться от оси и сглаживать биение штока. Вот так, что мы сделаем? Мы возьмем, как бы сказать, а вот еще что же забыл, уже есть же у нас же вот самое это главное, уважаемые зрители, стопорное вот такое вот колечко, и для него, соответственно, есть паз в гайке ротора. Вот он, да. Соответственно, вставляется втулочка с демпфирующим колечком, и сверху она стопорится вот таким вот. Вот, что тут такого интересного? Интересного то, что мы эту втулочку, уважаемые зрители, можем поменять на подшипничек. Ну, данный подшипник уже с втулкой, и это у нас от Stella 10, да. Он сюда превосходно заходит. Но, как в анекдоте, есть нюансы. Вот. Вот здесь сейчас и первый секрет от тайменя. Ну, можете его в третьем или там вторым назвать. Без разницы.
Что у нас происходит? Давайте уберем с руки лишнее и будем всем наглядно вам рассказывать и показывать. Вот. Вставляем. Все у нас заходит. Но, как мы видим, подшипничек, он у нас чуть-чуть потолще, да? И вот канавочка, вот эта вот, куда вставляется вот это вот стопорное кольцо, да? Вот это вот. Она закрывается подшипником. А значит, это свободное место, которое появилось. Данный подшипничек будет... О, вы поняли, да? Он будет гулять. То есть он вот так вот будет тудым-сюдым, тудым-сюдым. Когда шток будет подниматься в верхнюю мертвую точку, он, соответственно, будет оттуда вот очень легким движением тудым-сюдым вот так вот гулять. Что это чревато? Чревато это тем, что вот эта вот втулка на внутри подшипника, она с наружной части развальцована, чтобы не могла как бы спасть, да? Она будет у нас подниматься и цепляться вот этой вот развальцовкой за сам пыльник, и, соответственно, у нас эффект подшипника становится бесполезным, и это получается обыкновенная втулка скольжения, так же, как и это, да? То есть смысл подшипника теряется, вот. Многие могут сказать, вдруг это не так, мы сейчас все проверим, сейчас мы все сравним, мы сейчас все смоделируем ситуацию, все покажем. Вставляем, собираем. Производим имитацию боя. Вот. Вот как будто это шток. Он идет вверх. Вот. Я думаю, четко видно. Вот я его сейчас продвинул наверх. Все. Он даже крутится туго. Видно, что это втулочка. Вот она. Дошла до резинового пыльника. И своими такими шероховатыми развальцованными краями вступила с ним контакт. И начинает блокировать подшипник. Вот, что же нам для этого надо? Мы просто берем вот такое вот колечко и выбираем это свободное местечко. Во, поняли, да, чтобы некуда было ходить подшипнику там, чтобы он там не ходил, не стучал, не болтался, не поднимался, не зацеплял своими острыми развальцованными краями внутренней втулки резиновый. Пыльничек. Проверяем. Так. Все. Тут чуть-чуть он у нас стал кривовато, но в принципе вот пойдет. Думаю, всем станет понятно. Опа. Старый стал, из рук все падает. Все. Все. Как бы я ни жал вперед, он у нас теперь не доходит. И видите, да, ничего не блокируется, все очень легко ходит и нет никакого люфта. Все поняли, да, что это такое. Вот, мораль этой басни такова. Это один из нюансов и секретов, да. Ну вот, как это сделать правильно, уважаемые зрители. Так, второй нюанс. Соответственно, здесь у нас появляется возможность поменять в корпусе две втулки, на которых у нас вывешен бесконечник. Вот здесь тоже есть, как говорит в анекдоте, нюансы, да. Не буду рассказывать анекдот, очень такой вульгарный и пошлый, но кто его знает, тот знает. Вот. Что нам для этого потребуется? Для этого потребуется вынять эти две втулки в двух концах бесконечного винта, да, и заменить их на соответствующие типа размеров подшипнички. Вот, ну давайте теперь разбираться, как это будет происходить. Вот, давайте симитируем ситуацию. Здесь у нас была втулочка, вот так она у нас вставлялась, и все было хорошо. Так, ставим теперь подшипник. Проверяем. Тоже все хорошо, но нужно учесть нюансы. Вот этот вот диаметр, вот это вот шестереночки, он у нас по диаметру, как бы сказать, будет меньше, чем внешняя обойма подшипника и будет соприкасаться с внутренней обоймой. Соответственно, мы видим, что здесь у нас ничто не блокирует
внутреннюю обойму и в ней легко вкрутится. Соответственно, здесь вы беспрепятственно поставите этот подшипник, ну, тоже с нюансами, да, это уже там супер секрет, про него не буду рассказывать. Главное, другая суть. А вот в задней части хвостовика есть нюансы. Мы видим, что они вот сделали такую вот втулочку несквозную, и конец хвостовичка вот этого совсем-совсем-совсем маленький. Если мы сейчас сюда, уважаемые зрители, поставим подшипник, то мы будем видеть, что он у нас даже не до конца, как бы сказать, садится, да. Ну, в принципе, этого хватает, потому что и на втулке этого тоже хватает, да. Вопрос теперь, как это все отрегулировать. Ну, вы понимаете, да? И тут, конечно, возникают нюансы. Как это было в штатной ситуации? В штатной ситуации, ну, может быть, не в той последовательности, я вам сейчас одену, но не в этом суть, главное вам показать. Вот, стояли у нас две черные регулировочные шайбы и шайба-пружина металлическая. Вот она стоит. Правда, изгиба почти не видно, но она стоит. Если мы сейчас это все поставим опять в этом же положении, да, то мы будем понимать, да, что как бы место-то там уже цепляться-то, в принципе, подшипнику уже и вообще вот уже вообще как бы не за что, да, край. Но в принципе, если это ставить с этой относительной стороны, то это будет правильно. Почему? Опять же, допустим, берем для образца одну шайбу, ставим, смотрим, что эта шайба меньше, ну, как бы сказать, внешнего диаметра подшипника и соприкасается с внутренней обоймой, но не соприкасается с внешней, да, и не блокирует подшипник. Видно вот очень хорошо. Вот я кручу, и шайба крутится вместе с бесконечником, но не соприкасается с внешней обоймой, то есть не блокирует. Да, соответственно, как один из вариантов, ну, можно, как бы сказать, отрегулировать с этой стороны. Но теперь вот эти вот родные шайбы, если мы ее сейчас, допустим, возьмем и положим с другой стороны на подпор, то мы будем видеть, да, что эта шайба, она опять же только соприкасается с внутренней обоймой, но она меньше внешней, да, и, соответственно, она будет вот там вот так вот гулять. То сейчас вам покажу, о чем я говорю. То есть, если мы эти же применим родные шайбы, то в этом вот месте, о, не то я взял, выложу уже специально. Вот, видите? Она будет там болтаться, как говно в проруби, и, соответственно, будет ходить над подшипником, смещаться, значит, она может сместиться вот так, а значит, она уже будет блокировать внешнюю и внутреннюю, ну, как бы наружную и внутреннюю, внешнюю, как бы сказать, обойму подшипника. То есть смысл подшипника просто исчезнет, что шайбы будут блокировать. Вот этот вот нюансик, он и есть. Нам для этого придется применить шайбы, соответственно, большего диаметра, да, которые теперь уже будут соприкасаться не с внутренним, не с внутренней обоймой подшипника, а с внешней. То есть, видим, она соприкасается с внешней обоймой, но она у нас не соприкасается с внутренней обоймой. Ну, я тут чуть криво положил, ну, понятно, да? То есть, все. И тут, соответственно, у нас можно уже теперь снизу набрать эти шайбы и сверху этой, как бы сказать, придавить, чтобы разъединить соприкосновение вот этой крышкой, чтобы крышка не блокировала эти две обоймы, внутреннюю и внешнюю. То есть, поняли, да? Но это я вам просто так варианты рассказал. Но правильно, конечно, будет сделать вообще по-другому. Нужно взять вот эту вот шайбу и шайбу пружины от Стеллы 18 года, да? Которая, соответственно, больше диаметра родных, да? Вот, допустим, родная лежит, да, вот первая, а это вот от Стелла. То есть мы понимаем, да, что даже уровень катушки, если Стелла выше, то там делают более все грамотней, чем в более дешевых катушках, да, то есть более интереснее. То есть, соответственно, берем шайбы от катушки Стеллы, да, и, соответственно, что мы теперь будем делать? Мы
так как у нас места вот этого в хвостовике совсем мало, в эту часть мы не будем подкладывать никакие регулировочные шайбы, а будем их ложить сверху. Одеваем. Но все регулировочные шайбы, ну, соответственно, мы будем ложить сверху большего диаметра, которые будут соприкасаться, уважаемые зрители, только с внешней обоймой подшипника, но не будут блокировать наружную. Вот. А теперь мы проверяем эти шайбы от стелы большего диаметра. Будет ли у них возможность болтаться в этом месте. Видим, что все. Они встали сюда ровненько, и все, она никуда не болтается. То есть они совпадают по диаметру вот в этой крышке, и они не будут болтаться, как маленькие родные шайбочки. Да, вот видите, она как болтается, и не будут там перекашиваться и блокировать внешнюю и внутреннюю обойму подшипника, что, соответственно, теряется смысл подшипника. То есть всем поняли, да, о чем я хочу сказать. То есть родные шайбы, да, при тюнинге, они уже становятся бесполезные. То есть если вы сюда хотите ставить подшипник, то шайбочки, соответственно, лучше поставить. Ну, я как один из вариантов показал от стелы 18 года. Вот. Вот такой вот секретик. Ну, думаю, всем все понятно. Или все-таки смоделировать ситуацию. Ну, давайте уже. Так, ну вот, уважаемые зрители, поставили мы подшипники. И сейчас я моделирую ситуацию, как это правильно сделать. Сюда мы никаких шайб не подкладываем, а подкладываем только с обратной стороны. И, соответственно, мы их подкладываем большего диаметра, чтобы они никуда не сместились. В данный момент шайбочка пружина от стеллы, и она выгнута в виде месяца, и вот этим вот изгибом вперед она ложится вниз. Ну, я сейчас не буду это все показывать, рисовать, но, скажем так, есть маленький нюанс, да, какой стороной ее положить. Ее ложим первую. Вот. Ну, а теперь, соответственно, мы можем положить уже вторую. Можно это сделать либо медную, да, либо это можно положить уже сделанную, к примеру, вот из такого пластика. Это на ваше усмотрение. Вот. И мы видим, да, что когда это все прижмется, оно четко все сидит в посадочном месте, и гулять ему некуда. Как бы мы ни сдвигали, оно не сдвинется у нас никуда, да, и не заблокирует две обоймы подшипника между собой. То есть видим, они в посадочном месте сидят нормально, и как бы они там ни гуляли, они не сдвинутся и не заблокируют обоймы подшипников. То есть, понимаете. И, соответственно, они будут отделять обойму подшипника внутреннюю от крышки, тоже не давая заблокировать. Осталось нам поставить крышку и, соответственно, все это закрутить саморезиком. Хоп, эй, ла-ла-лей. Вот и все. Видим, что все у нас замечательно. Есть подпружиненный люфт, вот именно за счет этой шайбы. Вот. Я его сдвигаю. Видите? А он опять возвращается в это же место. Видите? Опа, сдвинул. Подпружинил все. Сдвинул. Шайба подпружинила. Видите? Сдвинул. Шайба возвращает его в обратное положение. Все чутенько. Ну, тут я еще более точно все отрегулирую. Это так просто вам для образца. Как это правильно сделать, уважаемые зрители. Вот. И, конечно, остался теперь еще один самый такой интересный тюнинг и нюанс. Это, конечно, как у нас поставить подшипник в ролик лесоукладывателя. Вот. Здесь мы тоже имеем такую штуку. И сейчас вот мы, конечно, рассмотрим вот этот вот, как бы сказать, вариант. Вот. И у нас того получается, мы можем поставить один подшипник в данной катушке в подшпульный механизм. Другой подшипник мы можем поставить
получается в кноп, да. Соответственно, два подшипника мы ставим в бесконечник. Пятый подшипник мы ставим в гайку ротора. И шестой подшипник мы можем поставить в ролик лесоукладывателя, уважаемые зрители. Вот, все. Давайте теперь поехали, будем смотреть, как это все, уважаемые зрители, устроено. Будет очень интересно. Снимаем ролик. Суппорт остается. Ничего интересного. Шайба тоже остается. И здесь мы вот видим вот такую вот фигурную шайбу. Вот с таким вот туда в пазами. Ну, то есть, по сути дела, это такой одношаговый лабиринт, если можно сказать. Если, допустим, этот лабиринт, как бы сказать, в стопоре обратного хода в обгонной висте многошаговый, видите? Раз, два, там, третий шаг, ну, как бы, по сути дела, третья ступень. То здесь он, по сути дела, вот эта вот фигурная шайба, она у нас одношаговая. Что она у нас выполняет? Она у нас вот входит внутрь и сверху, как бы сказать, прикрывает такой крышечкой, и там внутри вот этот лабиринт. Ну, это даже не лабиринт, а сюда просто набивается смазочка, место, как бы сказать, под смазочку, и создается масляный барьер, чтобы не попасть, а вот этим вытянутым местом она входит и заполняет свободное пространство для агрессивной среды, и в то же время служит как опорная втулка для подшипника, соприкасаясь его внутренней обоймой. Потому что у данного ролика лесоукладывателя внутренняя обойма подшипника, она будет блокироваться на суппорте, а прокручиваться на внешней обойме относительно нижней, да? То есть вот такой конструктив. Но это еще не все. Много интересного. Вот. Дальше что мы имеем? Дальше мы имеем, с другой стороны, вот такую вот пластиковую шайбу. Она тоже фигурная, имеет вот такой выступ, который у нас соприкасается тоже строго только с внутренней обоймой подшипника, чтобы его не блокировать. Но внешний диаметр на 0,3 меньше, да, чем внешний диаметр самого подшипника. Вот. Смотрите, к чему-то я все рассказываю. И теперь мы достаем сам подшипник. И, соответственно, мы достаем еще вот такую вот втулочку. Вот. Видите? Но есть еще один маленький нюанс. Шимана что-то повихнулась на этих демпферных кольцах, да, всяких разных там прокладочках, втулочках, да. И мы видим, что внутри самого ролика стоит вот такое вот демпфирующее кольцо. Оно именно является как и демпфирующим, и также оно у нас перекрывает попадание, как пыльник, попадание грязи с этой стороны и с этой стороны, то есть в ту или иную сторону, но больше оно выполняет функцию как демпфера. То есть смотрим. Адаптационная втулка вот с такой ступенькой упором, она уперется у нас вот здесь на выходе, чтобы она не прошла насквозь. Смотрите. Видите, она туго идет по этой резиночке. Хлоп, вставилась. Но стенки, она не плотно соприкасается. Здесь есть маленький воздушный зазор. То есть она, как бы сказать, там гуляет. То есть мы видим, если вот так вот маленько нажимать на ее стеночки, она там, как бы сказать, плавает. Вот смотрите. Видите? Какой нюансик. Вот. И, соответственно, туда уже вставляется подшипничек. Вот. Вставляется очень плотненько подшипничек. И, соответственно, если это одеть на ось, то, соответственно, на этой демпфирующей будет плавать. Но чтобы сильно его не перекашивало, мы видим, остается свободное место еще большое, да, они сделали вот такую вот еще втулочку. Вот с такой вот упорной ступенькой, которая соприкасается только с внутренней обоймой подшипника. Соприкасается. Ну, так как это не подшипник, а втулка, чтобы она не блокировала, то она диаметра, опять же, меньше, чем подшипник. И опять имеет по кругу воздушную подушку, да, чтобы не блокировать подшипник. Но смысл всей этой конструкции
таков вот как раз сам шток, как раз он удобно подходит. Мы видим, мы одеваем, блокируется с боков по внутренней обойме, это втулка на суппорте все, да, и внутренняя обойма подшипника, и крутится. Но сама конструкция, мы видим, может, видите, абсолютно демпфировать. И как раз вот эта вот втулочка сделана, что если будут большие усилия в боках, она на нее как бы опирается, на эту втулку, и прокручивается. Обычно, я вам скажу, силовые катушки морской серии, допустим, с целого десятого, они имели в рулике лесоукладывателя два подшипника. Почему? Ротор у нас, соответственно, крутится. И рулик вместе с коромыслом тоже крутится по кругу. Соответственно, когда идет вываживание и борьба с крупной рыбой, то силы, воздействующие на рулик, они имеют боковой вектор тяги, либо в ту, либо в эту сторону, не просто вот сверху по центру оси, а еще и в бок. И соответственно ролик начинает, ну как бы под воздействием этих боковых сил направленного вектора тяги, наклонять влево или вправо, и чтобы его сильно не клинило, соответственно ставится по краям два подшипника, это в морских сериях. Ну и в принципе у нас на Дальнем Востоке тоже имеют рыбы, которые могут нагнуть этот ролик. Соответственно, это и таймень, и желтощек, да и крупная ауха. Да много рыб, которых у нас на Дальнем Востоке есть серьезных, которые могут, ну, выполнять такую работу. Рыбакам, находящихся на Западе, я думаю, не стоит сильно беспокоиться по внедрению в этот ролик второго подшипника. Вот, потому что этот вопрос спорный, кому-то он нужен, а если у вас нет таких нагрузок, то он и не нужен. Вот. То есть это я сейчас в данный момент объясню всю конструкцию, ну вот самого главного этого принципа. Но если вы хотите, то сюда можно поставить и подшипник. Ну давайте вот сейчас мы посмотрим, как это еще раз все работает. Сейчас я сначала, уважаемые зрители, соберу данный ролик в оригинале. Я понимаю, что все разжевываю, и многим зрителям не нравится, что это я все, блядь, долго рассказываю. Но могу, в принципе, рассказать в трех словах. Ну, извините, какой я есть. Не нравится, не смотрите, перематывайте. Кто все знает, перематывайте. Все, ну, закрутили. Вот это все в оригинале. Все у нас работает четенько, но мы видим, как вот ролик там гуляет, он демпфирует. И при наклоне этих сил он не клинит, когда я его, допустим, смещаю зубочисткой в крайнее положение, он упирается на эту втулочку и прокручивается. То есть, в принципе, и ход его сильно не затормаживается. Ну, еще там и будет смазочка. Вот, но ходит все легко и хорошо. Я вот знаю, что мне вот ребята с Дальнего Востока многие приносят и просят стандартные вот эти вот все люфты на роликах выбирать. То есть такую работу я уже делал, или усиливать эти ролики. Вот, а здесь мы видим, вот он свободно ходит. Но сюда можно поставить вместо этой втулки второй подшипник. Давайте мы теперь его установим правильно. Это тоже есть нюанс и секрет. Но расскажу я вам этот секрет не на 100%, потому что нет времени, и там нужно будет делать еще доработку, а делать мне ее не нужно, потому что хозяин катушки отмашку не дал, чтобы сюда ставить подшипник. Это я вам просто показываю. Давайте разберем стандартный этот ролик, то, что я вам сейчас показал, да, и поставим туда подшипник, и как это все сделать. Как это делать, не нагадуть. Вот. Снимаем ролик. Полностью до конца. Вот. Вынимаем данную втулочку и втыкаем вместо нее подшипник. Разделительную шайбу вместо подшипниками, уважаемые зрители, ложить не надо, потому что они внутреннюю обойму будут все равно, как бы сказать, заблокированы на одной оси на суппорте. И вращаться будет внешняя обойма относительно внутренней. И в этом нет никакого смысла. Вот. Ставим сверху эту фигурную шайбу с лабиринтом. Пластмассовое колечко. Одеваем это все на суппорт. Суппорт чуть-чуть у нас тут
не попал. Вот. Самый главный нюанс в этом, когда ставите, нужно, как бы сказать, до конца это все прижать, потому что демпфирующая резинка, которая сейчас есть, ее нужно, как бы сказать, сдвинуть. Она может чуть-чуть не давать садиться адаптационной втулке. Вот. И теперь вот нужно поставить вот такую вот регулировочную сверху шайбу от 10-й Стеллы. Вот. И, соответственно, мы теперь уже вставляем это все коромысло. Берем болтик и все это дело аккуратненько закручиваем. Ну и, соответственно, смотрим, что у нас получилось. Видим, что ролик лесоукладывателя крутится, уважаемые зрители, легко и непринужденно. Думаю, всем все видно. То есть вообще ху-ху, как по маслу, без проблем. Вот. И теперь, соответственно, мы смотрим на его боковые люфты, да, и как, ну, то есть моделируем ситуацию, если бы действовали силы с боковым вектором тяги на лесоукладывателя. Видим, люфты, они все-таки остались, в отличие чем втулка, да, но они стали меньше. Почему? Потому что диаметр подшипника, он у нас на 0,3 больше, чем у втулочки, и, соответственно, вот на это расстояние, как бы, люфтов стало меньше, но они есть, так как адаптационная втулка, она не жестко вставляется с роликом, а разделяется вот этим вот демпфирующим колечком, которое я показал. То есть вот на нем она, конечно, как бы сказать, все равно шатается, но, соответственно, люфт стал, уважаемые зрители, в разы поменьше, да. И, соответственно, когда она будет упереться влево или вправо, вот, ну, со всей силы, то она будет упираться на обоймы, внешние обоймы подшипниках, и, соответственно, между обоим стоят шарики, и тыдын, все будет прокручиваться, все как надо, да. То есть тут дальше уже объяснять не надо. Какие бы силы ни воздействовали, на какую сторону, с каким вектором тяги, ролик будет вам обеспечивать, как бы сказать, свое безупречное плавное движение и работу. Вот, ставить этот подшипник в ролик или не ставить, это, уважаемые зрители, ваше дело. Для более, конечно, идеальной работы тут нужно сделать еще один маленький секретик. Но это уже не в этом суть, да? Ну, скажем так, ставить, не ставить, опять еще раз повторюсь, это ваше дело. Конечно, есть преимущества при рыбалке, мы видим. Но, допустим, катушка-то сама, уважаемые зрители, она не силовая, там, и не пиджишная, там, и не СВ-шная, там, и не... Ну, то есть, понимаете, да? Ну, для западных рыболовов, наверное, я советую не делать этого, да? Но именно для людей в регионах, живущих, как у нас на Дальнем Востоке, где вы можете ловить рыбу, к примеру, там, на кило, на 100 грамм, и в любое время может клюнуть что-то большое, там, и желтощек, и таймень, и ауха. Да много крупных рыб на Дальнем Востоке, на самом деле, которые могут клюнуть в этот момент. И куда деваться? То есть вам придется с этой катушкой бодаться, с этой большой крупной рыбой. Эти случаи достаточно часто, и все дальневосточные спиннингисты, я думаю, без исключения сталкивались в жизни с таким случаем, когда на легкие некорректные снасти клюют такие, ну, как бы, крокодилы. То есть я говорю, некорректные снасти по отношению к рыбе, которая клюнула, да, то есть все с этим сталкивались много раз. Вот, и тут, конечно, как бы второй подшипничек вообще лишним не будет, вот. Ну, и тут, конечно, многие могут сказать, ну вот, тут теперь нету этой втулки, и агрессивная среда будет сюда попадать, и все, то есть тут как бы вырисовываться палка в двух концах. Ну, это чуть-чуть, уважаемые зрители, не так. 10-я Стелла. В ней стоят эти два подшипника, безо всяких вот этих вот лабиринтных там фигурных шайб, да. То есть вот точно так же открыто они и стоят и в 10-й Стелле. И сколько она работает, да? Ну, у меня работает, у людей работает. Вот уже пошел 10-й год, как это все работает, и что-то с ними не случилось ни хера, да. То есть вот этот момент нужно понимать, да.
То, что они сейчас пытаются, все закрывают, а насколько это нужно? Ну, работало это раньше и без этого, да? И все было нормально. Ну, поставятся здесь там при смазке масляные барьеры, да? То есть, все как обычно, да, ПТО и будет работать. Сейчас, конечно, они улучшают, вот я как сказал, это все, да? То есть, пытаются преградить эту попадание агрессивной среды. Но именно для нас, для речников, да? Ну, в этом нет никакого смысла. Для моря, именно для моря. Ну, для моря, там, я скажу, там и все эти меры принятые тоже не всегда дают гарантию. То есть, в любом случае, где вы работаете с соленой морской водой, однозначно ТО нужно проводить гораздо чаще, а, скорее всего, наверное, после каждой рыбалки нужно проводить какой-то вид мероприятий и обслуживания, чтобы не попасть в неудобную ситуацию потом со временем, да. А для реки вполне как бы все это годится. Ну и вот еще раз мы сейчас посмотрим. Да, он открытый. Но он такой же сейчас вот этот подшипник открыт безо всякой этой защиты, как и в 10-й стеле, как и во всех семействах подшипниках в других, да, в роликах, которые стояли в Шимане и где стоял один ролик. То есть все как обычно, ничего страшного. Так что вот сами решайте, быть или не быть. Ну так, уважаемые зрители, в конце всего, да, как бы сказать, когда уже происходит сборка данной катушечки, выявился еще такой моментик. Вот. Направляечка наша, стабилизатор, да, входит очень плотненько, что не может радовать, что он не будет куда-то выходить. Но вот мы его вставили до конца, да, видим. Все у нас хорошо, очень замечательно. И в случае там движения он у нас не будет ходить туда-сюда и подстукивать. Но выявился один такой маленький интересный нюанс. Вот. Мы видим, да? Как у нас в посадочном месте, где входит конец вот этого штанги стабилизатора, при шатании штока мы видим, как там все болтается, да? То есть что-то стабилизатор у нас не очень все стабилизирует, блин, как-то вот так вот. Ну а теперь, чтобы все было понятно, смотрите, как он болтается в посадочном месте, как сами знаете, что болтается в проруби. Это, короче, ребята, брак. Вообще-то заявка на успех, что тут говорить. Вот, выявился такой нюансик. Мое видео подходит к концу, уважаемые зрители. Всем, кому понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями. До свидания, до новых встреч.